приехала. Видим хоф. Вот он хоф. Но здесь сильный ветер. Но он теплый. Такой прохладненький, как в Сочи. Автобус ехал в Маске, вся промокла. У меня сейчас обдует, так хорошо будет. Надеюсь, что я завтра не заболею и не простыну. Меня реально укачало. Кошмар просто. Тошнит. Не знаю, как я завтра поеду в Маске. Наверное, будет какой-то кошмар. Солнце палит. В Маске очень-очень жарко в транспорте. Не знаю, какой-то просто ужас. Не знаю, что лучше, когда прохладно или нет. Классный стол. Посередине продукты. По бокам. Короче, я иду, солнышко, жара, 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 жара. А вот какой-то магнит. Сейчас покажу. Белый. Магнит. А, и магнит косметик. Магнит это еще чего-то. Фиг знает. Жарко, жарко. Там какая пробка. Построили. Много построили домов. Не знаю, правда, что было здесь до этого. Не помню.
там еще частный сектор. Фикс-прайс, но я в него не пойду. Это одежда. Планета одежды, обуви, не знаю. Зайду, наверное. Все, иду в космопорт. Время уже 16:15, а я еще только иду. Короче, не знаю, во сколько я буду дома сегодня. Такие здесь двухэтажечки стоят, старые дома, у которых уже крыша разваливается, фундамент. Но тем не менее стоят.